Это я Угай, с вами Шамики, и мы продолжаем проходить Duke Nukem 3D World Tower. Ну что, начнем? В прошлой серии мы остановились на том, что мы с вами прошли разборку Лос-Анджелеса. Теперь у нас лунный апокалипсис. Космопорт. Давайте зажигаем. Мы в него попали. Уничтожили всех врагов в нем и убили одного босса. Так. Освободили некоторых женщин, которые были на том борту. Но мы увидели, как, получается, какие-то корабли забирали женщин, которые были... Ой-ой-ой. Минус ХП, я понял. Так. Let's rock. Сейчас главное тогда заново. Nobody steals our chicks. Так, а что у нас? Нога. Я хорошо. Угу. Поехали. Давайте сюда. Так, это, как я понял, наш кораблик. Hail to the king, baby. Армур. Опа. Таблетки. Как меня бесит. Что-то был за звук. Эти темные проходы все. А, я вспомнил, тут нету перезарядки. Дробовичок. Дробовик у нас работает против бычков. Минус. Боеприпасы. Опа. Активировать, активировать. Водичку нужно попить. Хилит одну хпшку, это нормально. Главное, чтобы сверху не прыгнули. То не то любит. Так, хилка. Главное запомнить, где фонтанчик у нас. Так, вижу ключ-карту. Так и хочется взять и перезарядиться. Хорошая ли эта идея туда лезть? Так, соберем... Закрыто. Ладно. Ключ-карту нужно... Ой-ой-ой. Ключ-карту нужно все-таки забрать. Где? Да, с патронами у меня тут дефицит. Чё же ты не открываешься? Опа. Так, для пулеметика. Тихо. Так, для дробашика. Карточку. Опа. Тут у нас ничего. Так, камеры. Походу, это второй этаж у нас. Ага, к нам пытается залететь. Он же к нам пытался залететь. Ну да. Он здесь.
Так, один там. Чисто. Так, вижу, можно вход взорвать будет. Это, походу, наш корабль. А, все. Пулеметик, это хорошо, плюс дробаш и патроны. Ага. А не, все-таки проход взорвали. Фак. Да блин, они бесят постоянно появляться мертвыми. Что я открыл? Так, ладно. Ладно, пока пистолетик используем. Ага, у нас включатели. Раз. Чисто. Ага. У нас пан прыгает. Хорошо, наш корабль. Ключа у нас нету. Так, давайте вот так. Нет. И что мне с этим делать? Ладно, попробуем вот, вот так. Опа. Ага, запоминаем вот эту кнопочку. Так, а я не умру. Ладно, давайте тогда сделаем вот как. Сейчас спустимся вниз, убьем того. Вернемся обратно и спрыгнем вниз. Параметры настройки игры. Так, настройки управления. Так, клавиатура. Мне интересно, F12 у меня забенчен наш. А ну-ка, сохранить. Чекпак.
Сейчас мы вот что сделаем. Пойдем сюда. И нужно... А ну-ка, там что-то есть? Точно, у нас же еще здесь есть. Проходим. Опа. Джекпак. Окей. Залетим туда. Как мне туда? Я не помню, как летать. Параметры управления. Клавиатура, мышь. Так, пинок использовать. Прыгнуть, огонь, бег. Движение. Точно, мы же еще ключ-карту получили. Ладно, давайте тогда... А, нет, то скорее всего будет на выход. Так. Hail to the king, baby. Так, выход, выход. Ага. Хорошо. Не-не-не-не-не, я вас понял. Так, все чисто. Локер. Ладно, буду. Еще плюс куда-то и упал. Hail to the king, baby. Сколько вас тут? Где я? Добро. А, я понял. Да я упал. Так, я знаю, что я сделаю. Пойду заберу джекпак.
не подбирается. Все. Так, мы прошли за 14 минут ладно. Продолжим. Так, сохранить игру. F5. Ну-ка. F4. Нет, понятно, ладно. Дробашек. Нет, давайте лучше дробашек возьмем. Зараза. Для пулеметика буду, короче, темные комнаты. Два проходика. Что корабль нас. Фу. Сохранить. Так, пулеметик. Ага, у нас максималка. Хорошо. Пушка. Куда мне идти? Так, вот еще дверь какая. Ага. Так, ладно. Сейчас я настрою, пойму, как использовать все и вернусь. Так. Я, короче, настроил, чтобы мне наэрочка работала. Все. Ай. Значит, нормально, и все такое. Да-да-да, вы так и хотите, чтобы я туда зашел. Thank you.
что тут двух еще есть какая-то. Опа. Желтый мотор. Я не понимаю, как мне тебя спасать. Опа. Патроны, это хорошо. Фу, блин. Что за чертовщина?
что я сделал. Может, я этот активировал, чтобы открыть проход? Да. Kill me. Может, тебя как-то спасти можно? Оп. Сосай. Спускайся. Сейчас здесь еще посмотрю, что тут есть. Зараза.
Все, мы выполнили инкубатор, мы выиграли за 15 минут. Следующий у нас вход. Ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и пока.